Подмосковье пройдет фестиваль «Усадьба джаз». В Московской области пройдет 15-й фестиваль «Усадьба джаз», крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу, фанку, инди и электронной музыке. Мероприятие состоится 2 и 3 июня в Государственном музее усадьбы «Архангельская», сообщается в пресс-релизе, поступившем в ленту.ру. По словам организаторов, гостей фестиваля ждет особенная музыкальная программа на 6 сценах. Участие в мероприятии примут певицы Ёлка и Прокуой, группы Эйуры, Меджикул, солист дуэта 5 Ницер Соньсы и исполнительница Манижа. Одним из хедлайнеров «Усадьбы джаз» станет группа «Аукцион». На мероприятии впервые выступит коллектив The New Power Generation, с 1990 года сопровождавший концерты американского музыканта Принса. «Усадьба джаз» — это семейный фестиваль, включая самых маленьких, для которых создано специальное музыкальное пространство, сцена, «Усадьба джаз Kids», юные гости которой совершат увлекательное путешествие в Африку, на острова Карибского бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фицджеральд, отмечается в пресс-релизе. В рамках фестиваля гостям представят проект «Арт Свобода», площадку авангардного и экспериментального музыкального искусства. Ее центральным событием станет театральный проект «Лес» режиссера Дмитрия Мелкина. Помимо этого, на «Арт Свободе» состоятся показы спектакля «Эффект присутствия», творческого объединения «Фрик Фабрик» и музыкального представления «Animal Band» от авторского театра «Эскизы в пространстве». Также гостей, как всегда, ждет маркет, фудкорт и множество развлечений для всей семьи. Фестиваль объединит вокруг себя самых разных ярких и творческих людей, художников, поэтов, дизайнеров, подчеркивают организаторы «Усадьбы джаз». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте фестиваля. Для детей моложе 10 лет вход бесплатный. Больше важных новостей в TELE и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.